Так, это Марс. Дерево вероятности. Сейчас пойдем дальше. Так, выбрать отслеживаемое поручение, создать контракт авангард. Смотрю, много здесь всякой всячины, конечно же. Кислота. Кислота, кислота. Давай. Давай дальше. Ну, собственно, я планет не знаю еще, что тут что-то делать такое. Подходит быстрый донат. Отлично. Кто-то летает здесь, понятно кто. Ты десант. Я не пойму, команды нет, что ли, соло или как понять? Так, это что? Геометрические данные, которые я считываю с этой архитектуры, неуловимо меняются. Будто бы реальность пытается решить, какая версия ей больше по душе. Да, красиво, конечно. В лесу неустойчиво даже. Даже лучше, чем. Мне это не нравится. Супер врата. Я почувствовал твое приближение, страж. С возвращением в лес. Лес.
Где здесь лес? Лес. Чем вы здесь с Осирисом занимаетесь? Мы еще не до конца решили. Возможно, легкой перепланировкой. Вексам это не понравится. Их мнение никто не спрашивает. Хорошо. Вексам здесь не понравилось. Да, отлично. Так, следующая дверь. Здесь уже земля. Это люди. Кто такие вообще? Много их здесь, конечно. Вопросы. Остановиться надо. Должен быть предводитель. Ты направляешься прямо к нему. Он пытался добраться до карты раньше нас и попал во временное окно. Каждая его попытка будет заканчиваться провалом, но он этого не знает. Звучит кошмарно. Будущее, в котором он добивается своего, еще страшнее. Всех убит, все убиты. Куда потом? Куда? Вексы только что усилили меры безопасности. Они пытаются выкурить нас отсюда. Кассе. Ты что, лазерный какие-то? Дробаш, конечно, лучше из всего, что я видел здесь пока.
Мы же дальше там какой-нибудь будет дальше улучшение. Я его не вижу. Не активировали дополнительные лазеры. Такое мастерство невольно вызывает уважение. Но почему же? Зарядка медленная почему-то. Могу вообще по-суперски все это создавать копий кабал. Все выполнено. Выполнено. Быстренько. Хотя это не все. Дальше что? Угу. Осталось 17 секунд. Слушаем тебя, Сагира. У нас в лесу возникла... Куда? Неотложная проблема с вексами. Ее запросто можно решить парочкой взрывов. Мы этим займемся. Так, 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 так. Аккуратно. Куда вообще ехать? Еще какая-то странная история. Прорвался. Хотя можно было там с ними. Опа. Снова я здесь. Ребят, давайте пойдем посмотрим. Это традиционно. Все. Дробашек. Хотя нужно брать какой-то, наверное, с собой. Что-то мне как-то здесь уже был. Что-то опять сюда попали. Пойму. Какие-то лазеры. Интересно. Лифт.
Так, восстановиться не мешало бы. Сейчас мы их будем отстреливать, потому что... Мне кажется, так лучше войти в симуляцию прошлого. Так, ладно. Суперзаряд. А то меняемый вообще-то. Можно с ними что-то делать. Симуляторы прошлого, получается, это. Добро пожаловать в прошлое. Твое персональное прошлое. Корневой разум воссоздал условия твоего последнего посещения. Предполагаю, что защитные механизмы ведут к шпилю. Это ты во всем виноват, Осирис. Можешь винить кого угодно. Просто уничтожь разум. Чей разум нужно уничтожить здесь? С какими-то щитами еще. Что увижу, как Векса захватит Меркурий. Меня отравляют планету радиоляриями. Так, куда? Дальше. Так.
Вы так прыгали или что? В этом модуле скрывался путь. Отлично. Корневой разум пытается помешать нам добраться до шпиля. Умно. Да. Видишь тот луч? Он вижу. Контролирует весь регион с помощью серии модулей и электрической энергии. Что ж, недолго ему осталось. Ух ты, пушку приготовил какую. Так, скорее всего. Угу. После того, как Страж уничтожил корневой разум в первый раз, на разборку этой симуляции ушли недели. Вексы полностью ее восстановили. Да, Сирис, наломал ты дров в этот раз. Я должен был пойти на этот риск, Сагир. Страж с этим справится. Страж, да. Отлично, как замкнуло. Так, снова нужно куб расстрелять, чтобы знал. И сюда. На эту сторону. Минотавр скрывается за временным щитом. Наше оружие здесь не поможет. У него сторонний источник питания. Этот куб, наверное. Источник питания. Так, где же? Нету уязвимости у него, получается. Куб надо, скорее всего, вот этот вот. Бесполезно. Я борюсь с вексами в трех параллельных симуляциях. Я напишу подробную объяснительную чуть позже. Нет, не напишет. Здесь тоже, видимо, силовые поля.
куда-то продвинулись, конечно же. Восстановил этот шпиль вместе со средствами защиты. У нас с Агиры ушли недели на то, чтобы разобрать его. Работоспособность вексов до добра не доведет. Вроде бы все тихо, чем было. Нет. Валился непонятно в какой-то рассол. Так, куда дальше? Вот сюда сейчас пройдем. Наверх, наверх, наверх. Ух, как. Чёртка. Корневой разум пытается. Так, ну здесь тоже что-то. Я изолировал вашу симуляцию от всего остального леса, но это все, что я могу сделать, чтобы сдержать разум вексов. Ага. Держись, скоро с ним будет покончено. Ага. Разум вексов. Это, видимо, шпиль. Энергетическая. Все с какими-то стрелялками, пушки, что называется, нужная. Блин, нашли приоритетную цель. Сразу начали атаковать, как только шандарахнул с этого. Thank you.
уничтожился. Хорошо. Четко как вылетел. Отлично. Выше. Мы только что лишили шпиль электрической энергии. Так. Ексы очень разозлились. Ексы. Не мудрено. А теперь вроде бы до этого не было вообще. Их убить. Угу. Так, этот ванабиозе спит. Один. Корневой разум уничтожен. Что дальше? Мы готовы рвать и метать. Буду откровенна. Я забыла, где мы тебя оставили. Мы находимся в трех отдельных симуляциях. Мы только что встретили огромнейшего векса циклопа и разрубили его пополам. Так, о, новая амуниция. У вас хорошо получается разгребать бардак, устроенный Осирисом. Я прослежу за тем, чтобы это не повторилось. Выбирайтесь оттуда, пока симуляция не отключилась. Давайте на выход. Куда идти? Так. Показываем. А, в принципе. Откройте для себя Титан. Добро пожаловать на Титан. Страж. Ситуация тут стабильная, однако. Так, ну возьмем давай. Это что? Разрешенные патрули, пройденные затерянные секторы, зарешенный отход, открытые мероприятия. Очки опыта убийства с суперспособностью. Тут убийство гранатами, убийство прицельными выстрелами. Надеюсь, тебе это придется по душе. Это что? Два. Ага. Броня для ног, перчатки, патруль Тона, точная рамка, легендарные осколки, алкановая пыль, короче, ясно, задачки все понятные. Чё не понять? Все понять. Ну, много у нас здесь. Популярная миссия. Такая кайфовая. Вот уже другие персы. Так. Я не всегда понимаю их жаргон, но мои бригады уверяют, что нам нужно больше образцов. Миссия по спасению. Страж, я хочу, чтобы мои специалисты были довольны. Страж. Ну, страж всегда на страже. Корабличек. Так, группируйтесь, можно гранат вам. Там что-то надо.
прицельными выстрелами сделать. Деталь золотого века. Ты. Картинки веселые пошли. Чуть-чуть не считается. Добыть детали 4. Нормально. Добыть. Это еще кто? Призрак. Детали с них не выпадает, да? Это улей. Пещерный какой-то. Хорошо затянуло всех. И наших, и ваших. Невесомость летает. Какой-то суперзаряд забросили. Так, ну я так понимаю, это все. Тупик. Детали все здесь, а там, я не знаю, хотя бы что-нибудь нашлось бы, каких-нибудь бы. Золотого века. Вот оно. Осталось две. Еще одна. Даже снайпер его прикрывает. Дистанционные сканеры здесь бесполезны. Необходима разведка на местности. Желаю удачи. Желает удачи.
Так, а куда идти вообще? Моросящий снег, дождь, снег. Так, куда дальше? Напоминает маяк. Там есть. Блин. Какое-то логово. Безумное. Безумие. А? Сначала нужно притушить. Так, теперь что здесь делается? Так долго здесь, я так понимаю, не выстоять. Как возбудились вообще. Ведьминские. Захватите колдовские круги, победителя колдуна. Ой. Молодцы. Это что такое? Это надо напарника брать сюда. Еще нужно колдуна найти. Вон он колдун, что ли, летит. Угу. Так, ну что дальше? Колдуна, я так понял, ликвидировал. Тяжелый боезапас полон, его нужно сразу было. Ракетницы, наверное.
вообще безумие. Может как-то. Падшие зависят от своих прислужников, которые снабжают их субстанцией под названием эфир. Из этого выскребли весь эфир. Обнадеживает, конечно. Блин, там тоже обстреливают. Никуда тут не скрыться. Безумие какой-то. Так, я так понимаю, нужно этого колдуна. Или кто он там? Он куда-то улетает, какой-то это. Да, вот так! И больше не проводите тут никакие ритуалы! У вас чисто? Ну, надо ж получилось даже. Благодарю. Вот он мчался, я думал там, ух ты, что нам дали. Я подумал, там нужно за ним с этого разведывательная миссия. Разведывательная. Вообще похоже на целую жесть. Так, куда тут? Покажитесь, люди. Очень просим. Нужно какую-то броню прикупить, мне кажется, что-то поставить такое, чтобы он мог. Красивая картинка, конечно. Неожиданно с тыла зашли. Здесь никак. Здесь никак. Да.
кажется, все-таки это нужно дробашек точно брать на них. На этих монстров. Так. Где зачетный выход? Горшок, горшочек какой-то. Этот приемник направлен на планету падших, на расстоянии многих световых лет отсюда. Но на него не пришло ни одного сообщения. Только тишина. Что такое? Там тишина, здесь тишина. Эфира нет. Повышение сезонного ранга. Супер заряд. Как танцующий гоблин, блин, ноги у него. А это вообще невидимый. А. Ну, дробаш здесь просто вообще. Ну, может, дальше какое-то бы другое оружие. Так. Судя по всему, куда-то сюда. Так, а здесь что? Приключение какое-то, наверное. Похоже, сосед стал. Моя команда говорит, у нас две проблемы. Колдуны на крыше башни непонятно чем заняты. И падшие, которых они спугнули. Так, с кем сражаться? Сначала с падшими. Они делают из топливных элементов взрывную контрмеру против улья. Опасная вещь. Из-за нее мы все взлетим на воздух. Ясно. А затем колдун, который это все это, да? Химичит. Так, ну это крыша, скорее всего. Показывай путь. GPS-навигатор. Это, видимо, колдун. Молдун. Маг затейник кидает. Молния засылает это. Это что такое? Никак не угомонишься. Гоняться за тобой. У нас их топливные элементы. Сегодня они уже никого не взорвут. Только сегодня. Что они хотели сделать? Воспламеняющийся трос, ударный капсуль. Капсуль. Прекрасно. Высылаю координаты капсуль. Улья. Так, координаты улей. Если это подкрутить, это взорвать, должно сработать. Что именно? Назовем его разрыватель улья. А теперь пойдем порвем улей. Давай. Ой, как его колбасит, замкнуло прям. Так, ладно. Пошлите, люди, пошлите. Затихли. И тишина. Прорычались. Ули под землей? Или это не земля? Не туда я пришел, но я из-за этой вот штуковины.
принципе, да, вот это вот. Ух, и никак. Так, это нужно обходить, наверное, и наверх. Сейчас. А нет. Нормально. Так, найти колдуна Улья. Он там мчался куда-то. Вроде бы как бы уже всех колдунов перестреляли. Так, куда идти? Одни остались, не всех, видимо, выдушили. Что это такое здесь было? Даже страшно посмотреть. Это я? Он сканирует местность. Что-нибудь находил бы здесь какие-нибудь бы предметы? Личная гигиена. Так, нужно кидать это, наверное, тут. Это что с него выпало? Насыщенная, конечно, миссия. Horror Times. Horror Time. Horror Times. Horror Times. Смотрелся. Доступен суперзаряд. Место силы. Интересно, что с ним буду делать, с этим другом? Когда его найду? Всегда есть чем помочь. Заблокировано. Перезарядка медленно. Откуда огонь? Так. Ух ты. Нефтяная вышка, что ли? Это океан. Так.
Так, вижу, вижу. Готовлюсь. Хорошо. Нажимаем дальше, что? Стоит, кидает какие-то монетки. Блин, и сам пойду. Так. Ощущение полета. Наверх. Вам нужна вершина башни. Центральная платформа. А мы где? Он как-то медленно прыгает. Как этот... Так, вот так сюда. Угу. Проверяем свое оружие. И идем дальше. Так, скорее всего, сюда. Ликвидируйте колдунов, уничтожьте проект, стабилизируйте платформу. Колдунов? Ликвидируйте колдунов, стабилизируйте платформу. И куда прыгать дальше? Что-то я не понял. Где все это происходит должно? Прыжки это точно не мое.
Так, как бы где-то я здесь оказался, но не там, где надо, да? Гостья поднимается. Так, надо точно не сюда, выше еще нужно. Получается, на начало упал. Задание. Выходим выше, видим ниже. Все бред. Давай. Молодец. Поэкспериментировал. Так, а вот и активация. Взорвать. Как ты хотела. Потом скажу. Отстрелили тебе башкетца. Это колдуны, скорее всего, такие вот, которые здесь гранатку установили. Так, это уже прислужники. Это мелкая челядь, скорее всего. Давайте в воду. Как бы все. Окей, сущности. И силовое поле, все есть.
повыше пришел какой-то чудик. Исчезнуть. Щит поставил, щит. Силовое поле. Ну давай дальше. Давай. Так. Убить главного колдуна. Еще и главный колдун был. А то был не главный колдун. Им конец, Лоун. Насколько велик урон? Урон минимальный. Ничего такого, что нельзя поправить за день-другой. Ну правда, все как новенькое. А главное, резонатора больше нет. Просто... Вверх. Прилетный якорь. Титан. Приключение завершено. Ну, какой получился замес. Так, ну здесь нужно с кем-то пообщаться. Внутренний двор. А, ты снова здесь. Отлично. Так, снова дается. Повысить репутацию. Ох ты, сила поднялась даже. Хорошо. Награда, тактика авангарда. Молодец. Надеюсь, ты пустишь это в дело. Так, мультиубийство. Снайперская винтовка, я смотрю. Контракты. Готовый к бою солдат – это солдат-победитель. Чёртовы падшие. Принеси мне доклад по ферме. Молодец. Пути. Так, что здесь можно выбрать? Ферный виток. Все, сделаю паузу. Всем спасибо и пока. Хотя можно будет и продолжить потом.